С таким серьезным лицом куришь. Насторожен так. Палишься кого-то, наверное. Так получилось. Слушай, ну ты классно выглядишь, кстати. Спасибо. Несмотря на то, что куришь. Что ж ты так? Ну, так. Ты по жизни или нервничаешь? Я курю тут, когда, допустим, это, ну, в клуб иду там куда-нибудь. Выпиваешь что-то. Да, выпьешь коктейльчику, там раз, сиги купишь, потом выбрасываешь их на утро. Я тебе знаешь, как могу сказать? Я курю тогда, когда они есть. То есть... Слушай, ну другой вопрос, если ты захочешь их найти, то они всегда будут. Раз, нет, или там кто-то рядом сидит. Но когда есть своя пачка, ты куришь как-то. Даже нечего делать. Ну, она как появляется? Ты же ее приобретаешь где-то? Ну, приобретаешь вот с таких, когда... Ну, ты же такая девушка интересная, вроде, с такими глазами прикольно. Брови у тебя свои, они нарисованные, это уже огромный плюс. Не, реально, знаешь, что подбешивает? То, что... Ну, ладно, сиськи там делают, письки, губы там, это все как бы, это уже понятно. Хотя недавно видел с такими губами, что вот думаешь, бля, она в зеркало вообще смотрела или нет? Ну, вот сейчас еще прикол, что вот часто стали девки делать, они, короче, выбривают свои брови и красятся другие. У тебя хотя брови настоящие, слушай, это вообще офигеть. Вау. Поразительно. Мне кажется, тебе просто надо мужика нормального такого, и при нем ты по-любому бросишь курить. Ради которого, он даже не будет запрещать, он просто попросит, он скажет, ты знаешь, как тебя зовут? Милочка. Меня Вов зовут, кстати. Он скажет, ты знаешь, Милочка, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты просто не курил. И ты скажешь, конечно, чувак. Я думал, ты говоришь, мне бы очень хотелось, чтобы ты не курил. Не, ну мне-то как, мы с тобой же не парень, не девушка, поэтому, в принципе, какая разница. Ну, так чисто, просто. А сколько тебе лет? 25. Ну уж пора, как бы, бросать. Да. Я бросала? Не 16, не 16. И как-то опять начала. Ты что-то покупала себе? Ты из дома взяла пакетик с коробочкой и ходишь, чтобы все думали, что ты с покупками? Или что? Нет, да, старые. А? Старые. У тебя сумка, кстати, прикольная такая большая. Перевожу. Меня всегда пугали девушки с большими сумками. Ну, мало ли, то есть, не знаю, туда можно там целого мужика запихнуть и украсть его, а потом изнасиловать. Я думаю, вряд ли. Еще, кстати, у тебя веснушки. Да? Это круто. Это я нет, я тебе говорю, это действительно круто. То есть вот обрати внимание во всяких там модных журналах, там где-то еще, то есть там как бы, ну, снимается модель, у них реально там все лицо веснушки. То есть, ну, это круто, действительно, ты не понимаешь просто. Я вот рыжий, но у меня веснушек нет, к сожалению. А я не знаю. Солнышко не любит. Солнышко меня любит, наоборот. Вот. Говорят, обычно у кого веснушки, того солнышко любит. А у меня они всегда летом, зимой нету. Ну, значит, летом ты делаешься еще прикольнее, потому что ну, без веснушек, мне кажется, было бы хуже. Я не знаю. Зимой я к тебе не подошел. Без веснушек. Слушай, ну ты вообще такая, с ногами. В смысле? Ну, а ты просто посидеть, да, или что, ждешь кого-то? Посиди, да, и сейчас пойду. Сережки сегодня не надела, да? Да и хер с ними, да? Знаешь, сегодня весь день такой, как бы, такие люди какие-то вялые попадаются, такие, знаешь, расслабленные. Либо выходные, либо то, что вчера все тусили. Я тоже вчера, как бы, часов до 4 тусил. И, как бы, ходишь такой прям. Подожди, отдайся, я сделаю, как в армии эти. Ты в армии дед, а я дух. Так, отдают дух, идет, выкидывает. Да? Ну да, ну сколько можно курить? Ты в армии был? Ну, меня мама с ночевой не отпустила. Она говорит, так ты иди, но с ночевой нельзя. Не был. Но у меня друзья служили. А ты была? Конечно. Где? ВДВ? Морфлот? Там если Морфлот, ты должна быть сегодня пьяной, потому что сегодня это праздник морского флота. Вон, видишь, парень какой очень стоит красивый. В этих всяких штуках, там, боксельбантах. Значит, Морфлот? У меня, кстати, дядя покойный служил в Морфлоте. Слушай, ну ты интересный человек, наверное. Наверное. Офиг, ну ты такая добрая какая-то, не знаю, вот, то есть, не вызываешь отвращения, во всяком случае. Я бы даже добавил, как бы, гламура в тебя немножко. Я не люблю гламурных, да, там, но вот в тебя прям можно чуть-чуть закачать.
То есть ты свой парень такой. Типа, да. Слушай, а давай как-нибудь, может быть, пообщаемся, чай попьем. А ты из Москвы? Ну, я здесь живу, да. Я как бы не из Москвы. А ты откуда? Я из Москвы. Слушай, ну это вообще нереально вообще. Ты просто, ты так далеко. Нет, я к тому, что, ну ты же можешь приехать в Москву, не знаю, или я к тебе туда, то есть. Ну это я к тебе приеду уже, если жениться надумаю. Надумаю, значит, приеду. Ты часто бываешь в Москве? Часто. На сколько? Раз в неделю? Раз в месяц? Нет, часто каждый день. Каждый день? Ну вот, слушай, я думаю, на той неделе вечером как-нибудь там встретимся с тобой, чай попьем, милочка. Да я все решил уже, что-то. Что ты решил? Ну что, обязательно надо встретиться и попить чай. Давай я запишу твой телефон. Ну ты, видно, такая, знаешь, простая, как бы вот. Не значит, ты колхозница, я сам колхозник. Но я просто из Самары когда-то приехал. Ну ты такая простая, как бы. На таких надо жениться. Как у тебя нога пляшет вообще? Шевелится. Есть контакт? Ты дозвон сделал? Сейчас еще раз, подожди. 926. Сейчас. Ну просто я не беру незнакомые номера обычно. Тебе когда удобно звонить? Есть? Когда тебе удобно звонить? Ну а ты не работаешь или как бы с этим нет проблем? Офигеть. Слушай, ну ты прям какая-то такая грустная. Встань буквально на секундочку, я пойду. Встань. Сейчас. Нет, ты сейчас тоже пойдешь. Подожди, оставь сумочку. Ну, будем прощаться с тобой. Что, давай? Не, мы будем просто прощаться. А, обняться? Конечно. Офигеть. Очень классно здесь, кстати. Такая нежная кожа. Давай, ну я тебя как-нибудь на неделю наберу. Хорошо. Пока.